существования русской церкви. Господь этого не допустил. И сейчас не допустит, если мы с вами проведем духовную мобилизацию. Кто ленится, пусть прекратит. Кто осуждает, пусть закроет свой рот. Кто слушает поганые всякие новости, прекратит это делать. Моя мама мудрая, Царствие Небесное, говорила всегда, то что, говорит, эти новости слушать? Если начнется ядерная война, поверь, сынок, ты об этом узнаешь. И действительно, лучше находиться, говорят специалисты, поближе к эпицентру. Вот. Так очень все быстро закончится. Ну а если говорить без доли такой горькой иронии, то никто из нас с вами не знает, чем все это закончится на наш век. Но мы знаем, чем это закончится в самом-самом финале. Это будет наше с вами, если это так. Если мы Христовы, то это наше с вами будет победа. Поэтому провести духовную мобилизацию нам нужно сейчас, пока дышим. В чем вам, Господи?